Осенью 1914 года из Одессы шел воинский эшелон. В вагонах, переполненных солдатами, было шумно и весело. А потому никто не заметил под одной из лавок испуганного 15-летнего мальчишку. С холщовой котомкой, где лежали только сухари и сменное белье, он бежал навстречу своей мечте, в которой непременно становился героем. В Россию пришла новая война. Война, которой еще не знало человечество. Первая война машин и аэропланов. Первая война бронированных линкоров и гигантских дирижаблей. Первая война танков и отравляющих газов. Мальчишка еще не знал, какая невероятная судьба его ждет. Он просто ехал сражаться за свою родину. Он ехал на войну, которая для него станет первой. Первой мировой. Пошевеливаемся. Скорее. Аккуратнее ставьте. Генрих, почему так долго? Быстрее! Быстрее! В июне 1914 года в небольшом немецком городке Бад Киссингене готовился городской праздник. Среди отдыхавших на этом курорте был и генерал русской армии Алексей Алексеевич Брусилов с супругой. Справка. Брусилов Алексей Алексеевич. Генерал от кавалерии. Командир корпуса. За русско-турецкую войну 1877-1878 годов награжден тремя боевыми орденами. Известен всей Европе как специалист по кавалерии и конному спорту. Надежда Владимировна. Вы видели афиши, расклеенные по городу? Что в них? Обещают праздник вечером на площади. Хотите посетить? Русских много будет? Ну, не знаю. Хотя, куда сейчас без них? Их сейчас в Киссингене. Почти как немцев. Посмотри. Очень мило. Хорошо играет, да? Вот это да! Вот это по-нашему! По-русскому! Да, здорово! Во время вечерних празднований от искр фейерверка загорелась декорация Кремля, что вызвало восторг и возгласы одобрения у местных жителей и повергло в ужас русских отдыхающих. Посмотрите, хорошо горит. Вот в чем дело. Вот чего они хотят. Немчура проклятая. Забыли о казаках? Ну ничего, вспомните еще. То, что произошло в тихом немецком городке, Алексею Алексеевичу Брусилову запомнилось на всю жизнь. На следующий день все было как обычно. Чистенькая площадь Киссингена и множество русских курортников, поправляющих здоровье минеральными водами. Никто из них не верил, что этой безмятежной жизни может хоть что-то угрожать. Впрочем, так же думали и миллионы жителей Европы. Сорок лет не знала войны Европа, где воцарилась Belle Époque, прекрасная эпоха расцвета техники, науки и искусств. Электричество, радио, кинематограф, рентгеновские лучи, автомобили, футбол. В Лондоне открылось первое метро. Парижан возмущала бесполезная и чудовищная, по их мнению, Эйфелева башня. С карты Земли исчезли последние белые пятна. Человеку покорился пятый океан – небо. Отважные авиаторы,
стали кумирами эпохи. В эти годы большой популярностью пользовалась книга «Великая иллюзия» английского публициста Нормана Энджела. В ней автор убедительно доказывал, что большая война невозможна. Она невыгодна никому, потому что победитель пострадает от нее так же, как и проигравший, и ни одно правительство не пойдет на такую глупость. Другие говорили, что вечный мир должно оберегать новое оружие – пулемет. Потери от его огня столь ужасны, что ни один сумасшедший не решится развязать войну между цивилизованными нациями. Наука и техника развивались с бешеной скоростью. Человеческий разум, воспитанный на морали и принципах 19 века, порой просто не поспевал за прогрессом. Европа 1913 года. На парламентских заседаниях и международных конференциях сверкали сшитые золотом мундиры и бриллианты в орденах. А в то же самое время инженеры немецкой фирмы Krupp изготавливали пушку, дальность стрельбы которой составляла 14 километров, а вес снаряда – около тонны. На военных парадах красовались гусары и кирасиры в плюмажах и аксельбантах эпохи наполеоновских войн. А на судостроительных верфях спускались на воду бронированные линкоры, которые всего несколькими залпами могли стереть с лица земли европейский город. На балах звучали вальсы, звенели шпоры и обсуждались последние романы и социалистические идеи. А учеными уже были открыты газы – хлор, фосген и горчичный газ, известный впоследствии как иприт. Всего через 2 года они будут применены как первое оружие массового поражения. В 1903 году Эрнест Резерфорд открыл закон радиоактивного распада. До создания атомной бомбы оставалось каких-то 40 лет. Через 50 лет появятся книги о ядерном оружии, которое якобы делает мировую войну невозможной. Но никто так и не вспомнит, что в 1913 году все верили, что такую войну должен был предотвратить обычный пулемет. Мир еще не осознавал до конца, что это такое 20 век. «40 лет мира – это слишком много». В 1913 году эти слова были девизом тех, кто хотел оружием решать политические проблемы. Английского сукна 50 футов и 5 аршин. Английского сукна. Бархату 20 футов. Ситец отдельно клади! И 5 аршин. Да осторожней! Раззява! Родька! Сгоняй-ка на привоз к мадам Филимоновой. Возьми пиво и краковской. Хорошо, сейчас будет. Из всех европейских империй России воевать хотелось менее всего. Начался экономический подъем, активно развивалась промышленность. По темпам роста промышленного производства Россия твердо удерживала первое место в мире. За 13 лет экспорт русских товаров вырос в 2 раза, значительно превышая ввоз. Неквалифицированный рабочий в России в среднем получал от 25 до 35 рублей в месяц. Зато специалист-токарь, слесарь или электрик мог зарабатывать от 75 до 125 рублей. Для сравнения, офицер, только начавший службу, имел оклад всего в 70 рублей. И это в то время, когда фунт пшеничной муки около полукилограмма стоил 8 копеек, а мясо чуть больше 20 копеек за фунт. Соленый огурец – 3 копейки. Бутылка водки – 40 копеек. Омнибус и конка заменялись электрическим трамваем. Пользование им обходилось в 5 копеек. –
Россия не помышляла о войне, но новости, приходящие из Европы, вызывали чувство тревоги. 40 лет прошло с 1871 года, когда Франция потерпела поражение в войне против Пруссии. В результате этой войны мелкие немецкие княжества объединились в мощное государство – Германскую империю. Две французские провинции – Эльзас и Лотарингия – стали частью Германии, и французов просто захлестывало от ненависти к захватчикам. Германия в считанные годы превратилась в одну из сильнейших держав Европы. А вскоре немецкие военные и торговые суда двинулись захватывать новые земли для своей империи. В Европе и глазом моргнуть не успели, как немцы обосновались в Восточной и Юго-Западной Африке, в Руанде, Камеруне, Того, на островах Азии и Океании. Колонии приносили баснословные барыши дельцам Парижа и Лондона. Они давали деньги на строительство дворцов и вооружение армий. Теперь у Франции и Англии появился серьезный конкурент в колониальной политике – Германская империя. И этот конкурент на глазах превращался в опасного и хищного врага. Союзником Германии стала Австро-Венгрия, которая давно находилась в напряженных отношениях с Россией. Австрийцы захватили Боснию и Герцеговину, что едва не привело их к войне с Сербией, которая считала Боснию частью своей славянской территории. Русский император Николай II дал понять, что готов хоть завтра двинуть свою армию для защиты сербов и других православных народов. Ухудшились отношения между Россией и Германией. Германский император Вильгельм II. «Я ненавижу славян. Я знаю, что это грешно. Никого не следует ненавидеть. Но я ничего не могу поделать. Я ненавижу их». Справка. Вильгельм II приходился кузеном британскому королю Георгу, а российскому императору – троюродным дядей. Двоюродными братьями были также российские и британские монархи, которых, к тому же, отличало сильное внешнее сходство. Члены этих и других королевских семей Европы находились в весьма дружеских отношениях и часто гостили друг у друга. Но родственные связи отходили на второй план, когда в дело вступали интересы политики и экономики, вооруженных сил и военных заказов. Закон здесь был один. То, что не захватываешь ты, захватывают другие. В этой борьбе Германия и Австро-Венгрия образовали коалицию, к которой позднее присоединилась Италия. Франция и Россия объединились в военный союз, названный «Антантой», от французского «L'entente cordiale» – «сердечное согласие». Вскоре к ним присоединилась Великобритания. Конфликты между этими государствами вспыхивали пока далеко от столиц. Там, в Азии и Африке, одни споры решались деньгами, другие – стрельбой. Некоторые выносились на мирные конференции, где стороны пожимали друг другу руки, подписывали договоренности и нарушали их уже на следующий день. Последние сведения из посольств оптимизма не вселяют. Сплошь ноты, протесты и ультиматумы. Французы ненавидят немцев. Немцы ненавидят и французов, и русских. А мы, русские, ненавидим австрияков. И даже наши союзники боятся нас за стремление выйти в Средиземное море. Все сплелось вот так. И сейчас никому не удастся распутать этот клубок. Но кто-то же должен уступать? Сергей Дмитриевич, дорогой. Шесть империй, шесть. А империи никогда не отступают. И никто из нас не уступит и не отступит.
1913 год. В России прошли празднования в честь 300-летия дома Романовых, создан русский балет Дягилева, Казимир Малевич написал «Черный квадрат». В этом же году другой художник переехал в Мюнхен из Вены, где не смог поступить в художественную академию. Звали его Адольф Гитлер. Во Франции режиссер Луи Фият снял первую серию фильма «Фантомас». А в Швеции писатель из индийской Бенгалии Рабиндранат Тагор получил Нобелевскую премию по литературе. Русские по-прежнему ездили на немецкие курорты, а немцы на лазурный берег Франции. Но за этой безмятежной жизнью старой доброй Европы уже виднелись штыки, пушки и линкоры. Германия, Англия и Франция готовы были в любой момент начать войну за новые территории. Австро-Венгрия и Россия находились на волосок от конфликта из-за Боснии и Сербии. Российский флот был готов нанести удар по Турции, чтобы раз и навсегда открыть себе путь в Средиземное море. Европа походила на бочку, набитую порохом, со вставленным в нее фитилем. Оставалось лишь поднести спичку. Ситуацию в Европе канцлер Германии Отто фон Бисмарк еще в конце 19 века определил двумя словами – «кошмар коалиции». Главным действующим лицом этого кошмара была Германия. Ее армия считалась лучшей в Европе. Быстрыми темпами развивалась немецкая авиация, а в дирижаблестроении Германия являлась признанным лидером. В 1900 году была принята морская программа, и уже в 1914 немецкие военно-морские силы стали вторым по мощи флотом мира. К 1914 году Германия имела 1688 тяжелых орудий полевой артиллерии, в то время как Франция – 84, а Великобритания – 126. Армия союзницы Германии, Австро-Венгрии, насчитывала 1,5 миллиона бойцов. Германии становилось тесно в своих границах, и германский генштаб составил план военных действий на два фронта – против Франции и против России. Обед у нас будет в Париже, а ужин – в Санкт-Петербурге. Германский император Вильгельм II. Обедать во французской столице немцы собирались на 39-й день войны. Собственный план войны подготовила и Австро-Венгрия. Вскоре он стал известен русской разведке. России предстояло готовиться к войне. Что на обед сегодня? Щи, ваше благородие. Ну, давай, буду пробу снимать. Барон Петр Николаевич Врангель. Ротмистр. Командир 3-го эскадрона лейб-гвардии конного полка. По образованию инженер. Добровольцем ушел на русско-японскую войну. Награжден боевыми орденами. Да солить бы. Петр Николаевич, срочное донесение. Соблаговолите взглянуть. Уровень подготовки и оснащения русской армии был весьма высок. Одними из лучших в мире были скорострельные орудия Барановского. Первые радиостанции, созданные Поповым и капитаном Троицким, были введены в армии еще в 1900 году. В полной мере применялась телефонная и телеграфная связь. Активно использовалась авиация, в том числе и морская. В 1914 году на русско-балтийском заводе Игорь Сикорский сконструировал уникальный для своего времени бомбардировщик Илья Муромец. Федоров, Токарев и Расщепей создали опытные образцы автоматических винтовок. В 1904 году мичман Власьев и капитан Габята изобрели первый в мире миномет. Появлялись образцы ручных пулеметов, или, как их называли, противосамолетных орудий. Александр Пороховщиков сконструировал первый танк-вездеход.
Многие из этих видов вооружения оставались на уровне разработок, но к началу войны их не было ни в одной армии мира. Не обходилось и без курьезов. В 1914 году инженер Лебеденко разработал проект «Царь танка», который до сих пор является самой крупной построенной бронированной машиной. Справка. Два гигантских передних колеса «Царь танка» имели диаметр 9 метров. Верхняя пулеметная рубка возвышалась над землей на 8 метров. Корпус имел ширину 12 метров. На его крайних точках были установлены пулеметы. В августе 1915 года «Царь-танк» был закончен. Но начавшиеся испытания показали его полную непригодность. Машина попросту застряла в болоте, где и оставалась до 1923 года, когда ее разобрали на металлолом. Эскадрон! Слушай! На краю! Но процесс перевооружения русской армии не был завершен. Закончить реформы планировали к 1916 году. Иначе обстояли дела во Франции, где подготовка к войне порой напоминала водевиль. Сил сокрушить Германию у нее не было. Французская армия насчитывала 480 тысяч солдат против 830 тысяч у Германии. И французы во многом полагались на помощь России. Главные надежды на победу они связывали с «Элан Виталь» – жизненным прорывом. Этот могучий французский дух, как его называли, должен был уничтожить ненавистных немцев. Офицеров и солдат учили только наступать любой ценой. Окапываться солдатам запрещали, а на военные маневры отводилось всего лишь 2 недели в году. Французские военачальники весьма пренебрежительно относились к военным новинкам. Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Жоффр. Авиация – это спорт. Для армии ее значение равно нулю. Телефоны считались вредным новшеством. К пулеметам и тяжелой артиллерии относились с пренебрежением. И совсем уж трагикомическая история случилась с военной формой. Когда военный министр Миссими предложил ввести обмундирование защитного цвета вместо синих мундиров и ярко-красных штанов, во французском парламенте поднялась буря. Отменить красные штаны? Никогда. Красные штаны – это Франция. И красные штаны остались на радость немецким снайперам. Другой союзник России, Англия, бросила все силы на укрепление Королевского флота. Сухопутная армия Британии была хоть и высокопрофессиональной, но очень небольшой по численности. Британцы, как и французы, надеялись, что в сражениях на суше основное слово скажет Россия. Министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей. Русские ресурсы настолько велики, что в конечном итоге Германия будет истощена даже без помощи Англии. Вот тебе, Петенька, радостные новости. По сообщению Министерства иностранных дел, президент Франции Пуанкаре посетит российскую столицу в июле сего года. Союзнички. Здесь вот и про Англию. Коля, это все газеты, антанта, вздор. Поверь, наши союзники все свалят на Россию. А немцы только ждут повода, любого, хоть самого малого. И повод нашелся. В июне 1914 года в Боснию и Герцеговину, захваченную Австро-Венгрией, прибыл наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. 28 июня он совершал поездку по городу Сараево, когда из толпы была брошена граната. Взрывом ранило нескольких человек, но наследник не пострадал, а террорист был схвачен. Через несколько часов Франц Фердинанд с супругой направлялся в госпиталь, чтобы навестить тех, кто был ранен при взрыве.
Проехав по набережной, водитель свернул на улицу Франца Иосифа. Но ему объяснили, что он едет неправильно. Машина начала медленно разворачиваться, когда из кафе напротив вышел молодой человек с браунингом в руке. Покупайте газеты. Сараевское убийство. Дай-ка мне газетенку. Угу, спасибо. Чего тебе? А кого убили-то, дяденька? Наследника австрийского. И что теперь будет? Тебя звать как? Родион. Родион Малиновский я. Грамотный? Ну да, а что? Я все читаю. Про войну, про подвиги. Так что будет, дяденька? Ничего не будет, Родион Малиновский. Вон королей убивают, и великих князей ничего. И здесь все забудут. Держи. Главное управление Генерального штаба русской армии. Шифрованная телеграмма русского военного агента в Австро-Венгрии полковника барона Винникина. Сегодня утром Сараева убит выстрелом из револьвера наследник престола и его супруга. Убийца, говорят, серб. Франц Фердинанд действительно был убит сербским террористом Гаврилой Принципом. Принцип был членом террористической организации, которая боролась за независимость Боснии от австрийцев. Подобно террористам всех времен и народов, они полагали, не очень задумываясь о последствиях, что бомбы и револьверы – это именно то, что решит их национальную проблему. И, конечно, одно из первых мест в списке их врагов занимал наследник австрийского престола. В покушении участвовало 6 заговорщиков. Примечательно, что убийство планировалось совершить, бросив в машину гранату, а принципу отводилась лишь второстепенная роль. Но после взрыва Франц Фердинанд уцелел, и принцип решил было, что покушение провалилось. Этот щуплый юноша 19 лет, смертельно больной туберкулезом, уже направлялся домой и по чистой случайности зашел в кафе, чтобы купить себе бутерброд. Убийца был схвачен. Он попытался отравиться цианистым калием, но не смог. Его избили до такой степени, что в тюрьме ему пришлось ампутировать руку. По австрийским законам он считался несовершеннолетним и не мог быть казнен. Позже принцип получит 20 лет тюрьмы, где и умрет от туберкулеза через 3 года после убийства. Арестованы были и остальные члены группы. Прискорбный инцидент мог быть на том и исчерпан. Наследник престола погиб, его место занял другой кронпринц, а преступники арестованы. Однако один из заговорщиков рассказал на допросе все детали покушения, в том числе заявил, что оружие было предоставлено сербским правительством. Алексей Алексеевич, куда вы? Вы газеты читали? Война на носу, князь. И мне нужно своевременно прибыть к моим войскам. Попасть в число военнопленных я не желаю. Из-за этого, как его, принципа? Помилуйте, но никакой войны не будет, мне бы доложили. Я нанял виллу для великого князя Георгия Михайловича, который вскоре к нам приедет. Это дело ваше. А я уезжаю. Досье. Князь Феликс Юсупов был известен в столице своими экстравагантными выходками и гомосексуальными связями. Находился в свадебном путешествии после бракосочетания с племянницей Николая II. С большим трудом смог вернуться в Россию лишь после начала войны. Был одним из инициаторов и участников убийства Григория Распутина. Мало кто полагал, что Сараевское убийство станет причиной серьезного конфликта. В Австро-Венгрии гибель наследника
подъема патриотических чувств не вызвало, и страсти раздувались лишь в газетах. Австрийское правительство готовило ноту Сербии, обвиняя ее в поддержке терроризма. Однако все шло к тому, что инцидент так и останется очередным громким покушением. И вдруг к австрийцам со своими советами подоспели их немецкие союзники. Германский император Вильгельм II увидел в убийстве тот самый повод к войне, которого ждал. 1688 немецких тяжелых орудий против 84 у Франции. Почти миллионная армия против 430 тысяч французов. Имея такие аргументы, Вильгельм II решил, что время настало. На полях доклада о покушении он написал: «Теперь или никогда». Германия предложила Австро-Венгрии предъявить Белграду самые жесткие требования. Австрийские политики отказывались, понимая, что за сербов заступятся русские. Но немцы настаивали, утверждая, что Россия еще не готова к войне и за оружие взяться не посмеет. 23 июля австрийский посол наконец вручил сербскому правительству ультиматум, дав на размышление всего 48 часов. Сербы были, мягко говоря, удивлены. Текст документа был составлен так, что удовлетворить эти требования было невозможно. Австрия требует допустить своих жандармов на территорию Сербии. Это все равно, как если бы немецкие полицейские производили аресты в Москве. Это конец национальной независимости. И сербы на это не пойдут. Сербское правительство согласилось на все требования, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. Через пять дней, 28 июля в 11:00, под давлением Германии, Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Сербскую столицу от Австрии отделяла лишь река Дунай. Австрийцы установили орудия и начали хладнокровно расстреливать Белград. Вначале никто не мог поверить, что в Европе 20 века убийство одного человека может стать причиной артобстрела жилых кварталов европейской столицы. А затем последовали действия. Россия первой заявила, что никогда не допустит оккупации Сербии. Между Санкт-Петербургом и Берлином, Берлином и Веной, Веной и Санкт-Петербургом, Санкт-Петербургом и Парижем, Парижем и Лондоном летали телеграммы. Послы встречались с премьер-министрами и монархами. Каждая из стран пыталась решить лишь свои собственные проблемы. И только Николай II стремился избежать войны, делая для этого все возможное. Он немедленно отправил германскому императору телеграмму. Было бы правильным передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию. Рассчитываю на твою мудрость и дружбу. Не принять это предложение было просто нельзя. Но Вильгельм II на телеграмму не ответил. Это означало одно – Германия хочет войны. В этот же день в немецкой армии были отменены все отпуска. Англичане до унижения отчаянно пытались отгородиться от своих обязательств перед союзниками, чтобы избежать участия в конфликте. Министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей обещал немцам, что его страна не будет мешать Германии воевать с Россией, если немцы не тронут Францию. Но это было еще не все. Из 18 членов британского правительства 12 выступили против исполнения союзнического долга и перед Францией. Французы были шокированы. Всего несколько лет назад англичане уговорили Францию сосредоточить весь свой флот в Средиземном море, обещая защищать ее северные берега. А теперь французское побережье оказалось совершенно беззащитным перед немецкими линкорами. Узнав об этом, французский посол в Англии Поль Камбон сказал: «Не пора ли вычеркнуть слово «честь» из английского словаря?» Становилось понятно, что России нужно надеяться только на себя. 31 июля в стране была объявлена всеобщая мобилизация.
Верховным главнокомандующим сухопутными и морскими силами империи был назначен великий князь Николай Николаевич. Великий князь Николай Николаевич-младший, внук императора Николая I, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, генерал от кавалерии, популярен в армии, но за огромное честолюбие, властолюбие и резкий характер офицерами гвардии прозван «Лукавым». Берлин предъявил Петербургу ультиматум. Через 12 часов российская мобилизация должна быть прекращена. Одновременно ультиматум был отправлен и Франции. Его превосходительство посол Германии. Просите. Мое правительство поручило мне узнать, готово ли российское правительство дать благоприятный ответ на ноту от 31 июля сего года. Объявленная общая мобилизация не может быть отменена. Но Россия не отказывается продолжать переговоры. Готова ли Россия отменить мобилизацию? Нет. Я повторяю вопрос снова. Наш ответ неизменен. Тогда я должен поручить господину министру следующий документ. Германский посол по ошибке передал два варианта ноты. Один был написан на случай, если Россия согласится остановить мобилизацию, второй, если откажется. Но в обоих документах, независимо от полученного ответа, Германия объявляла России войну. Семья российского императора еще несколько лет назад покинула Санкт-Петербург и жила в Царском селе. Вечером 1 августа император Николай II возвратился с вечерней службы в Феодоровском соборе. Ему доложили об объявлении Германии войны. Государь немедленно отправил еще одну телеграмму германскому императору. Она также осталась без ответа. Императрица Александра Федоровна первой произнесла пророческие слова. «Битва будет ужасной. Человечество пройдет через величайшие испытания». Германский император Вильгельм был ее двоюродным братом. Во время ужина государыня и ее дочери плакали. Вечером 1 августа немецкие войска вступили на территорию Люксембурга. Через сутки это государство было полностью оккупировано. 3 августа Германия официально объявила войну Франции. 4 августа германская армия пересекла бельгийскую границу. В ответ Великобритания объявила войну Германской империи. 6 августа России объявила войну Австро-Венгрии. Так началась война. В России ее сначала называли Второй Отечественной, потом империалистической и лишь позднее назвали Первой мировой. Эта война, которую вполне можно было избежать, навсегда изменила лицо Европы и всего мира и стала одной из самых страшных в истории человечества, унеся жизни более 10 миллионов людей. Война уже шла полным ходом, когда в Берлине встретились два германских рейхсканцлера – отставной Бернгард фон Бюлов и действующий Бэтман Гольвик. Бюлов спросил, как же это случилось? Имея в виду, разумеется, войну, и услышал в ответ: «Ах, если бы знать».
и сальвы, 6 копеек за 10 штук. Папиросы, 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 сальвы, 6 копеек за 10 штук. Сынок, а что тут написано, а? Что? Что случилось? Сынок, ты грамоте обучен. Почитай, что тут? Высочайший манифест об объявлении войны России с Германией. Вот и точно, правда. В тот же день манифест читали и в Санкт-Петербурге. Перед Зимним дворцом собрались тысячи жителей столицы, заполонившие площадь и все прилегающие улицы. На балкон дворца вышел император Николай II. Из воспоминаний председателя Государственной Думы Михаила Родзянко. Когда толпа увидела царя, ее словно пронизала электрическая искра, и громовое «Ура!» огласило воздух. Флаги, плакаты с надписями «Да здравствует Россия и славянство» склонились до земли. И вся толпа, как один человек, упала перед царем на колени. Государь хотел что-то сказать, он поднял руку, передние ряды затихли, но шум толпы, не смолкавшая «Ура!», не дали ему говорить. Никто из собравшихся на Дворцовой площади не знал, какие испытания ждут Россию и что придется пережить им всем. Страна была охвачена небывалым патриотическим подъемом. Во всех городах шли манифестации. Их участники приветствовали решение царя объявить войну, бурно выражали поддержку сербам и ненавидели немцев. На волне антигерманских настроений даже было принято решение о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Добровольцами в армию поступили известнейшие в стране люди. Среди них был писатель Александр Куприн и поэт Николай Гумилев. Записывался в добровольцы даже Владимир Маяковский. Как участник революционного движения, Маяковский считался неблагонадежным, и в армию его не взяли. Через год поэт наденет погоны, но уже в порядке мобилизации. К тому времени он уже не рвался на фронт, а, пользуясь связями, уютно устроился в столичной тыловой части. Пока же занялся написанием патриотических стишков, высмеивая противников России. Обвалилось у Вильгельма штыковое рыжеусие, как узнал лукавый шельма о боях в Восточной Пруссии. Первые бои произошли на русско-германской границе. В одном из них казаки 3-го Донского Ермака Тимофеевича полка столкнулись с германскими драгунами. На казака Козьму Крючкова насели 8 вражеских кавалеристов, выбили у него шашку и попытались взять в плен. Но, выхватив у немца пику, казак выбил из седла нескольких противников и убил офицера. Драгуны бежали. Козьма, на теле которого насчитали 16 ран, стал первым кавалером Георгиевского креста в этой войне. О нем писали газеты, его рисовали на плакатах, открытках, на пачках папирос, а петроградская кондитерская фабрика Колесникова выпустила конфеты «Геройские», на обертке которых красовался лихой казак Козьма Крючков. Среди первых героев войны был и молодой доброволец 5-го Каргопольского драгунского полка. Он проник в занятое немцами село и вернулся, сообщив ценные разведданные. Утром противник был разгромлен, а смельчак награжден Георгием 4-й степени. Звали его Константин Рокоссовский. Так начинался боевой путь будущего маршала и героя Великой Отечественной войны. Ваше высокоблагородие, командир приказал оставаться в прикрытии. Полк атакует Каушин. Что? Повтори. Под прикрытием приказали оставаться.
свободен. Что, Петя, в тылу держат? Как видишь. Вон генерал наш приехал. Попросись у него. Поздравляю, Петр Николаевич. Блестящая победа. Спасибо. За атаку у прусской деревни Каушен Петр Николаевич Врангель был представлен к очень почетной награде ордену Святого Георгия IV степени. На некоторое время ротмистр стал любимцем русских газет, о нем писали также и в английской прессе. Кавалерия. Первое участие вооруженных всадников в боевых действиях зафиксировано еще в IX веке до нашей эры. В 1914 году, несмотря на наличие автомобилей, аэропланов и другой военной техники, армии всех стран Европы имели в своем составе значительные кавалерийские части. К началу Первой мировой войны кавалерия составляла 8-10% численности армий воюющих коалиций. Самой многочисленной была русская конница. В драгунских, уланских, гусарских и казачьих полках служили почти 200 тысяч человек. Однако активное применение артиллерии, пулеметов и военной авиации приводило к большим потерям личного состава и лошадей, вследствие чего действия кавалерии становились малоэффективными. Так, в августе 1914 года 6 полков германской конницы были отброшены от Антверпена огнем бельгийской пехоты. Фактически единственным успешным боевым эпизодом гвардейской кавалерии периода Первой мировой был подвиг Петра Врангеля в Каушенском бою. После Первой мировой войны в связи с развитием моторизованных частей численность кавалерии сократилась. А к концу 30-х годов в ряде крупных государств она, как род войск, была по существу ликвидирована. Взвод, стоять! Раз, два! Вот наш вагон! Приготовиться к посадке! Шам-марш! Да, красота! Быстрее бы уже доехать до этих немцев! Ух, покажем им! Да. Так, проходи, проходи.
коррупции. Глянь-ка, пополнение. А ну, вылазь. Ну, рассказывай, кто таков, куда путь держишь? А ты, парень, того, не боись, мы тебя есть не будем. Так штаны снимем, малость всыплем, чтоб воинский эшелон не залазил. Что значит всыплете? Я лично на войну еду. Я серьезно. На войну. Ладно, пока сиди тут. Будет станция, высадим тебя и отправим домой. Но Малиновскому удалось уговорить Елисавет Градцев не отправлять его в Одессу. Солдаты схитрили и сообщили начальству о найденыше только перед прибытием на фронт. Подростка оставили в полку и назначили подносчиком патронов в пулеметную команду. Так начал свой путь к маршальским звездам один из самых знаменитых советских военачальников –